Приветулечки! У нас сегодня уборка у пернатиков. Слышали, он меня поцеловал. Тём делает иногда вместо меня. Тоша, будем убираться. Лайма, царь горы. Так, ну что ж, я уже стенд перенесла в ванную. Убрала палочку вот эту вот. Ее мы мыть не будем, она чистая. Да, товарищи? Так, и вот эти вот все штучки, подложечки и склеточки потом. Все, уже в ванной стоит замоченная и ждет, пока отмокнет. Вот, а мы тем временем тут вот общаемся. Итак, что мы здесь имеем? Вот что. Стенд был уже такой весь обкакуленный и все такое. В общем, я его несколько раз... Ой! Вот так вот. Вот так вот прохожусь и оставляю. Потом прихожу через 10 минут опять. Вот так вот прохожусь и оставляю. Ну и, соответственно, эти коврики и поддон то же самое. Вот. Сейчас возьму, это уже третий раз я так делаю, сейчас возьму мочалочку и хорошенько его протру от кокулечек. Собственно, все, стенд я хорошенько промыла, он чистенький. Теперь нужно подождать, пока он стечет. Для этого я его переставлю сейчас вот сюда и продолжим отмывать все остальное. Возвращаем все на место. Раз, два, три. Так, ну стенд немножечко уже стек. Капать с него, я надеюсь, сильно не будет. Поехали. Поехали. Вот сюда. Ой, он так пахнет сейчас приятно деревом. И возвращаем их любимую палочку. Вот так вот. Ваш стенд уже чистый. Летите. Так, теперь я хочу еще достать вот эти вот палочки. Их пора помыть. Ну, а мы с вами продолжаем. Я опять в ванной. У меня здесь поддон... И палочки, жердочки. И тоже я сейчас это все замочу. Так, ну что ж, это все у меня уже чистенько. Сейчас перекрутим жердочки на место и поставим поддон. Нужно будет тоже протереть, потому что тут крошки, но сначала вставим обратно. Жердочки наши. Готово. Ну что ж, у моих птичек чисто, все прекрасно. Так стенд пахнет, когда мокрый. Хоть бери домой его каждый день. Ну и ладно. Я не обижаюсь, я не обидчива.
Это вон она у тебя подруга обидчивая, а я нет. Вот такое у меня сегодня видео про чистоту и порядок. Вам желаю, чтобы ваши животные, ваши питомцы чувствовали себя хорошо, были всегда здоровы. И чтобы вам хотелось за ними ухаживать и содержать их в классных, хороших, достойных условиях. На этом я с вами буду прощаться. Надеюсь, вам понравилось видео, вы поставили лайк и подписаны уже на мой канал. Если нет, подпишитесь. И всем пока. Улыбнись. Новое видео совсем скоро. Подпишись на канал Jess Life Pets и нажми на колокольчик.